Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить игру Dead Space 2. Мы находимся в сервере, в главном сервере, в конце предыдущей серии мы его вырубили. Кроме того, взяли пенга. Пенг это, по-моему, самое лучшее, что есть в этой игре. Пенг всегда что-то прячет, говорят они. И тут я с ними соглашусь. Так, но между тем нам нужно убираться отсюда. И как-то уже разобраться с этим сервером, выключить его что ли. Потому что он блокирует, пресекает все наши действия по попытке восстановления как-то подачи электроэнергии на станцию. Это не очень хорошо. Так, что там, наши мины работают, нет? Не очень, я смотрю. Блин, твоя башка тут шатается. Шайтан. Так, ты посмотри, сколько их тут. И как же вы... Вы просто отреспаунились тут, я так понимаю, да? Прям за углом. Ну ладно. Да свали ты уже отсюда. Да не так. И куда ты теперь пропал? Да что ж мне так не везет в начале сегодняшней серии? Ладно, как бы там ни было. Ну да, сейчас. Так. Пошел. Пошел. Так, ну вроде все спокойно. Пошел. Помогло. Мои мины. Ага, перегрев. У меня также старая видяха работала, когда у нее кулер сдох. Игры, соответственно, также замедлялись. Так, ладно. Пока что у нас все достаточно хорошо. Только нужно... Мин мало осталось. Мин не так много дают. И вообще по патронам нужно экономить, конечно. Но как-то не получается пока. Я просто ума не приложу, что будем делать, когда патроны начнут кончаться. Ну, покупать новые, конечно, но... Ой... Офигеть просто. Так, ну помаленьку я этот коридор обезопасил. Теперь можно выдвигаться, я думаю. Там нехороший ветерок какой-то. Ой, только не вы. Ой,
Так, ну ладно, мины опять меня выручили. Я прям в этом прохождении какой-то бомбермен. Ладно. Наши живы, уже хорошо. Стайсом вообще что-то не дает попользоваться. Не против кого его использовать. Тихо. Чуть не влупился. Сколько же тут всякой дряни, а? Что это там было такое? А, на движение, наверное, среагировал. Ну ладно. Рюкзак что-то совсем уже полон. Надо бы продать все ненужное. О, ребята. Птички летают. Блин, ну почему я не могу ее взять? Совсем перегруз, что ли? Кто где рычит? О, дружок, как раз тебя ждет. Понравилось, смотри, по полной программе. Эти. Так, все вроде все довольны, да? Ну, только не говорите, что это все осталось там навеки вечные. А я все равно взять не могу. Но все же, конечно, обидно. Но в целом достаточно неплохо так с ними получилось. Вещи просто уже не лезут. Вот такие тем более хорошие, конечно. Оставлять не очень хочется. Давайте сохранимся. И будем надеяться, что где-то рядом будет... Ага. Блин, сколько хороших вещей. А вот тут прям под нами снизу магазин. Но снизу, как туда попасть-то? Это мы, получается, целый круг сделали по этой... Да-да-да, офигеть. Не очень хорошо. Так, куча крутых вещей, но я не знаю, куда мне их девать. Силовой резак. Ничего, назад бежать, что ли? О, ребята. Личный журнал Gold Firm. Запись номер 497. Офигеть. Спустя 200 записей после предыдущей. Они ненавидят меня. Они все время... Они все меня ненавидят. Я постоянно вижу их. Они сидят на жердочках, наблюдают. Даже Анти. Она ждет, когда же старый Говард Филлипс окончательно слетит с катушек и выкинет что-то наподобие того случая, когда я выпустил всех птиц из клеток, нарушил все правила и законы. Что же, я покажу им, что такое безумие, я покажу, на что готов пойти, лишь бы выбраться отсюда. Им придется прислать сюда кого-нибудь, чтобы убрать всю эту кровь. Конечно, после этого они придумают новые правила, но я нарушу его. Пойду прилягу, что-то я себя неважно чувствую. У парня натурально начала крыша ехать от одиночества. И от того, что всем плевать на него было. Так, ну что же, давайте посмотрим. Я надеюсь, что где-то вот там. Где-то вот тут
То есть у нас даже не знаю. Так, последний. Что где-то здесь у нас магазин. О, ребята, нет. Так, что же мне тогда делать? Бросаем тебя. Берем тебя. Далее. Патроны не лезут, и ладно, это мы переживем. Тебя используем. А вместо тебя возьмем. Да, блин, да что ж такое? Как тяжко-то, а? Тебя бросаем, берем тебя. Так, ладно, вот так пойдет, я думаю, более-менее. Меня, конечно, не устраивает то, что все это не влезло в итоге. Но что поделать? Что поделать? Так, кстати говоря. А что? А, нет, тут же каждая мина занимает отдельный слот. Нет, не получится. Ох, как много всего и как неохота ничего из этого оставлять. Ну ладно, выбора у нас особого нет. Патронов-то, видите, вообще почти нет. А новые брать не дают, потому что инвентарь забит. Николь, ты достала. Так, что мы делаем здесь? О, это что такое? Что-то там нехорошее у нас. А, ну да, это солнечные батареи, собственно говоря. Нам их и нужно направить, чтобы они принимали, собственно говоря, солнечный свет, да, направляли его в сторону города. То есть хоть немного, но... Так, нам отсюда выходить? Офигеть, открытый космос. Two of the mirrors are out of alignment. How's he doing? He's stopped hyperventilating, but I don't know how much longer he's gonna last. I knew he would just slow me down. If Strauss dies, so do my chances of destroying the marker. Keep him alive and get to that panel. All right, Ellie, one down. How's it looking on your end? I'm trying to roll back the cover now. Strauss, can you give me a hand with this? Oh, he'll hurt me. I'm not strong enough. I promise I'll protect you. Now, just get over here and give me a hand. Something covering the collector panel. Oh my god. There's thousands of them. They're breaking apart. Ellie, get out of there. Oh my god, they're heading this way. Run, Strauss, run! Ellie, come in. Ellie. Shit. У меня тут тоже какие-то проблемы, похоже, да? Сколько у вас тут, ребятушки? Стрейф нам поможет. Блин. Все готово, похоже. Все умерли? Вроде бы все. Блин, опять не могу взять. Да что ж такое? Проклятие какое-то.
Так, а нужно воздух набрать. Хорошо. Так. Где еще одно зеркало? Вот это зеркало нужно направить с помощью вот этой установки. Понял. Это, похоже, последнее на сегодня. Офигеть, чем только языку не приходится заниматься. Но просто оцените масштаб, да, всего этого. Все-таки разработчики этой игры знают толк в эпике. Ого-го. Towards the transport hub. They're wrecking everything in their path. Holy shit, they'll cut us off. Get to the hub. I'll meet you as soon as I can. Так, ну хорошо, я вас понял, мне нужно поспешить. Так, валим, валим. Тут наверняка куча ништяков лежит, вот типа того, что лежит в этих коробочках, но я же ничего не могу взять. Вот это напор плазмы, да? Солнечный. Ничего не могу взять. Так, ну что, давайте поспешим на самом деле. Так, как-то вот так вот. Что-то у Элли там совсем серьезные проблемы, нужно выручать. Элли, come in! Isaac, we have to cross to the government sector before they cut us off. You'll never make it down here in time. I'll be there. I'll be there. Давай, погнали. Ну офигеть просто, блин. Аварийное отстреливание. Катапульта. Ёлки-палки. Так, тихо. Вот это не нужно, пожалуй. Просто разнос какой-то. Так, тут по центру, похоже, придется прилететь, да? Ладно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А вон. Ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Ух, блин, кошмар. Блин, ну вот за это вот, конечно, можно любить эту игру. Ой-ой, офигеть. Ну просто офигеть. Это, блин, с ума сойти. Так, что-то нехорошие звуки. Какой Харри, у меня тут полный инвентарь всяких ништяков. Нужно маленько притормозить. Так, оставим одну такую, две вот таких. Это мы продаем. Продаем, продаем, продаем. Продаем. Пенг. 10 тысяч. Продаем. 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 Отлично, у нас 50 тысяч. На эти деньги мы можем. Так, сколько у меня в итоге получилось? Почти 4 сотни. Отлично. Так, и дальше. 8 силовых узлов. Замечательно просто. Неплохо затарились. Сейчас еще затаримся, потому что тут куча ништяков лежит. Вот так. Так, ну-ка. Еще. Отлично. Сейчас много еще денег будет. Еще, возможно, на один силовой узел хватит.
Плазменная энергия. Нет, все-таки не так много, как казалось. Так, ну давайте посмотрим, что у нас в итоге получается. Так, это остается. Да пусть пока вот это все остается, что ли. Не знаю. Да, вот так вот пускай будет. Нормально. И сохранится, пожалуй. Что-то сейчас чувствую, движуха какая-то будет совсем нездоровая. Потому что, ну, слышите там, сколько голосов орет. Давайте помогать Эли уже. Транспортный терминал. А, ну тут мы были. Ребята! У нас проблема, ребята. Куда мне-то идти? Серьезная проблема. Хорошо, что я патронов много купил. Isaac, I'll try to open the CEC door on your level. Да что ж с вами не так-то все время? Продержись, тебе легко сказать. Давай. Ты папочка, похоже, да? Да сколько вас тут, ёлы-палы? Со спины кто-то кусанул. Да кто это? Кто ты? Где ты? Скотина подвижная. Yes, I'm authorized for this. Open up, you bastard. Давай. Открывай уже. Валим. There, it's open. Isaac, go. Сейчас мне нужно кое-кому отомстить. Go, Isaac, you can't stop them all. Да подожди, женщина, все в порядке. Фу. Ну что ж. Было не так сложно, как я думал. Патронов, конечно, ушло приличное количество. Элли, you guys there? Did you make it? Shit, Isaac. Just... shit. Hey, take it easy. It's okay. No, it's not. I was right here this morning with a crew of 30 people. But we were overrun. And before I knew it, they transformed. I had to cut the arms and legs off my friends just to escape. So the pieces of them are still lying around here somewhere. Ellie, I know. I'm sorry. And here I am again. I've just walked one big fucking circle today. We'll get through this. Let's figure out how to meet up. Right. There's a central hub in the main facility. Here are the coordinates. Ну, как скажешь. Так, у нас вроде все в порядке, да? Деньги. Деньги всегда хорошо. Так, что-то мы вообще в какой-то непроглядной глуши. Что это за места, какие-то технические сооружения. Но даже здесь все плохо, как видите. Нужно быть осторожным. Главный комплекс СИС.
Айзек. Что с тобой такое, а? Девушка, простите, пожалуйста. All teams, this is Caleb, xenogeologist from Langford Shift 1. There's something in the facility. We've lost three of our crew and can't contact Shift 4. Here comes the transport. Everybody get ready in case there's more. We're abandoning our shift and heading back up. Это Элли, что ли? Элли говорила, что она тут только с утра была и с друзьями своими стреляла. То есть, когда все это началось. И сейчас голос был очень похож на ее голос именно. Так, ладно, как бы там ни было, давайте-ка посмотрим, что у нас в итоге имеется. Ну, мы потратили практически 350 патронов, 320 где-то. Это, надо сказать, меня не очень радует. Ну да что поделаешь. Так, хорошо. Сохранились. Давайте, знаете, на этом завершим эту серию. Не знаю, как она по времени, я сегодня не засекал. Но просто это уже какое-то логическое завершение этого акта. И в следующем мы уже пойдем по этим техническим помещениям. Там уже будет совершенно другая, своя атмосфера, как говорится. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся завтра. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.